Кажется, инсайдеры не ошиблись, и дизайн смартфона Galaxy S22 Ultra удивит и будет таким, как мы недавно показывали на рендерах. Ведь в сети появились фотографии чехлов для будущего смартфона. Также в сети показали защитные стекла для будущих смартфонов линейки Galaxy S22 и накладки на камеры, которые подтверждают многие предыдущие инсайды и утечки. Новостей собралось много. Сейчас все подробно обсудим, но перед началом рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Всем привет! Вы на канале Копипаста, у микрофона Антон, поехали! Начнем с того, что многими новостями поделился инсайдер Ice Universe, который уже несколько лет с ювелирной точностью раскрывает множество особенностей гаджетов Samsung задолго до их анонса. Итак, по его данным, Samsung Galaxy S22 Ultra станет единственным смартфоном, выпущенным в 2022 году, который получит 108-мегапиксельный сенсор. Дело в том, что все остальные бренды, включая Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus и многие другие, приняли решение использовать 50-мегапиксельные сенсоры в своих смартфонах. Итого, судя по его данным, камера смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra будет состоять из 4 сенсоров на 108, 10, 10 и 12 мегапикселей. Более подробные данные, включая размер матрицы, размер пикселя, угол обзора и светосилу, вы видите сейчас перед собой на экране. Что же касается Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus, то смартфоны получат основной 50-мегапиксельный сенсор, ультраширокий широкоугольный на 12 мегапикселей и телефото на 10 мегапиксельный с трехкратным оптическим зумом. Также инсайдер опубликовал фотографии защитных стекол для будущих смартфонов линейки Galaxy S22. Но это не самое главное, ведь помимо этих фотографий, также появились фотографии накладок для основных камер. Тут ситуация получается интересная, ведь Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus будут внешне похожи на предыдущие смартфоны Galaxy S21 и Galaxy S21 Plus соответственно. А вот внешний вид блока основной камеры Galaxy S22 Ultra будет выглядеть иначе, так как показывали инсайдеры на рендерах. Даже больше, в сети уже появились фотографии чехлов для смартфона Galaxy S22 Ultra. И сомнений в дизайне, ну лично у меня, вообще не возникает. А нравится ли вам такой дизайн смартфона? Можете написать в комментариях. Что же касается дисплеев, то Galaxy S22 получит дисплей с диагональю 6,06 дюйма и станет самым компактным смартфоном линейки Galaxy со времен Galaxy S9. Любители компактных флагманов, как мне кажется, оценят такое решение Samsung. Ведь небольших смартфонов с классными флагманскими характеристиками не просто нет. Помимо iPhone 12 mini и iPhone 13 mini, их вообще нет. Модель Galaxy S22 Plus получит дисплей с диагональю 6,55 дюймов. А вот Galaxy S22 Ultra будет настоящей лопатой с дисплеем диагональю 6,8 дюйма. Что касается начинки, то чудо не произойдет. И в одних регионах смартфоны будут продаваться на базе чипа Snapdragon 8 Gen 1, а в других на базе Exynos 2200. Также в сети появилась информация о том, что смартфоны будут поддерживать 45-ваттную быструю зарядку, а блок придется докупать отдельно. Представят же смартфоны линейки Galaxy S22 в первом квартале 2022 года, ориентировочно в конце января или в начале февраля. Некоторые инсайдеры уверенно заявляют, что представят смартфоны 8 февраля 2022 года. Однако официально презентация еще не объявлена. Ждать осталось совсем чуть-чуть. И надеюсь, что владельцы будущих галактических флагманов разочарованными не останутся. А вот по цене нас ждут не самые приятные новости. Ведь пока в сети ходит информация о том, что цена на все три смартфона вырастет на 100 баксов по сравнению с ценами линейки Galaxy S21. Смартфоны становятся все дороже, и это определенно печальная тенденция. А ждете ли вы смартфоны линейки S22? Ваши мысли по этому поводу мы, как и всегда, ждем в комментариях. Все комментарии мы обязательно читаем, а на самые интересные с радостью отвечаем. Ну и самое главное, что вы можете сделать, это подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Вы были на канале Копипаста. У микрофона Антон, до связи!